тебе на ночь жилье давать нельзя. А ведь примета плохая. А я маленько в консерву положила. В кафе идти. Сыну положила, забегает. Сбоку положила, телевизор дивится. На другий бок положила, плаче. А что плаче, телевизора не бачу. Иди, маленько, сколько лежит тебе сегодня? Если вам немного за 30, ваш поезд ушел, войдет самолет и теплоход. Кстати, мальчика, знаете, что все мужчины делятся по годам. Вот запоминайте, у 20 лет мужчина как флейта, настраивается минуту, играет целую ночь. 30 лет скрипка, романтично, красиво. 40 лет как тромбон, вдумчиво, сердито. 50 лет пианино. Сам на страве играет другие. Мужчина. В 75 лет контрабас. Не играет, не настраивает, то попугай. Не знаю, мне есть 30. Слушайте, я принц, малый человек. Я принца на белом коне не жду. Но к сумка ты не слухаешь. Сегодня принца хотел строить на ваш оперный театр. И что? Миска, что была встроена, надо через постель. Постельный набор, запечатала, прихожу продюсеру и женщину, будем брать спектакль, называется «Джунгли», по-нашему «Посадка». Женщина, вы будете играть эротичную ланию. Закажу я вино, букеты в сторону, оба, две гвоздики. Одела костюм, ведь мой боже, и я мало выпила, и я не знаю, это животное. Вот то, чупки, 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 губочки, кости. Виходю з оперного, а приходить в оперний і стоїть мужчина, статуя. Голий, а спереду листик. Я так дивилася, і так дивилася. Женщина подходить, а що ви дивите, з листопада не буде. А баска розуміє. Бо не кажу, золота людина. От настоящий мужчина, да? Друзья, ви знаєте, листик, лист, бо мене знімали. Кстати, женщина, вас порча на шеї, надо снять. На руке порча. Нет, в порче, я вам говорю, я бы ехать не буду. Я даже знаю, что ты порчу набил. Мужчина, ваши, да, мужчина, вам все яйцами покатать. Что она сказала, что она сказала, что яйцами покатать надо. Вот именно, а я же поможу. Мой девизский победим, возбудим, но не дадим. Не трогай тут, идете с меня без настроения. Пришла сегодня на море, дурочка. Что, разделась за Гавайек Волочкова. Сюда по камня, сюда булыжник. Лезу, думаю, может, кто клюне. Подходит мужчина и говорит, курва де ахе. Я откуда знала, что это по-молдавски морская русалка. Чуть мужиками утопила. Затрянула, маечка, минут 10 заткнула. Слухай, короче, женки в руках и кореец мужчина, достану. Эй, что, холостой, да? Ничего, я не гордая. Короче, ко мне нет ближних сдвинутый, полный рот песка, а может не песка, но сама себя утешаю. А я там мужчины сидя, такие гордые. А я подхожу и такого вот Колёне говорю, не грусти, а то перестали расти. Ну на ножки, видите, мне звезда чинила. Она говорит, женщина, что такое? Я говорю, а что вы грустные? А я говорю, ночью вышли на рыбалку, поймали русалку, утром проснулись, а это сон. О! О! Друзья, если близкие цифра 7, 7 дней затарялся мир, 7 это семья. Давайте жить нашего именинника, посчитаем до 7.